У доме-интернате для состарелых и инвалидов Шубина проживает 95 человек. Догляд за ими ведут прикладно полсотни человек, у основном медицинский персонал. Правда, на самой справе их обовязки не обмежевываются оказанием меддопомоги. Многим состарелым потребная простая увага и человечные взносины. Есть выражение, что Бог всем дал родиться, но не каждый доживет до глубокой старости. То есть это дар. Мы всегда им говорим, что ну да, вы уже не молоды, но вы должны жить и сегодняшним, думать про завтрашний день. И дай Бог, что вы вот дожили до такого преклонного возраста, хорошо выглядите, здраво рассуждаете. Это не столько праздник, сколько повод вспомнить о всех наших стариках, о всех наших пожилых. Скористалися такой нагодой и активисты Гомельского областного объединения профсоюзов. У компании студента университета имя Франциска Скарины жахарам Шубина яны провезли присмаки и подарунки. Дарыша гэтаму сябровству уже амаль 6 годов. Стольки областного объединения профсоюза ушевствуя над домом-интернатом. Есть дополнительные льготы и гарантии, которые позволяют поощрять людей, которые ранее работали в трудовых коллективах. И без исключения все отраслевые комитеты, первичные профсоюзные организации в преддверии Дня пожилого человека проводят эту работу. Увогуле на гэтым тыдні Шубіна наведалі і іншыя арганізацыі і валанцёрскія калектывы, і ўсе з віншаваннямі і падарункамі. Самым доўгачаканым з іх стаў бадай аўтамабіль, са з'яўленнем якога цяпер стане магчымым перавозіць інвалідаў-калясачнікаў. Большое слова благодарнасці от всем валанцёрам, организациям, которые вот не чуждаются, которые вместе с нами, и вот благодарность им огромная. Ну а сегодняшним нашим гостям тоже большое спасибо. Профсоюзы всегда нас навещают, всегда вот внимание оказывают, поэтому большие слова благодарности, большое им спасибо. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».